Попался мне вот такой скин. Продавец не указал никаким образом наличие наклейка именного тега. Да еще и такого, как неа 8 степени. Прямо сейчас я попробую от них избавиться и узнаю, сотрутся ли наклейки полностью или останется какой-то след от них. Еще интересно, повлияет ли это как-то на скин оружия. Наводим курсор на оружие и выбираем потерять наклейку. Трем до тех пор, пока не получим сообщение, что при дальнейшем стирании наклейка будет удалена. И жмем на «Удалить наклейку». Теперь попробую убрать именной тег. Выбираю переименовать и жму убрать имя. Насколько я вижу, скин не пострадал. Спасибо за просмотр. Напоминаю, что я провожу розыгрыш скинов. Переходите по аннотации, чтобы ознакомиться с условиями. Всем пока!